Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Это видео только для вас. Огромное спасибо, что вы остаетесь на моем канале вместе со мной, задаете вопросы, пишете комментарии и интересуетесь жизнью не только в Лондоне, Англии и Великобритании, но и тем, что происходит в Петербурге, моей жизнью после Англии. Вы, наверное, уже заметили, что на моем канале происходят некие изменения, что исчезли абсолютно все ролики под названием «Live», то есть «Live Russia», то, что происходит в Петербурге, и «Live London». Не волнуйтесь, они все живы-здоровы, но будут доступны только вам по ссылочке внизу на мою группу ВКонтакте. ВКонтакте абсолютно все ролики есть, туда не обязательно подписываться, я там не жду подписчиков, там вы можете просто смотреть все эти ролики под названием «Бытовуха». То есть «Live» — это как раз то, что происходит в моей жизни, в жизни Лондона, в жизни Санкт-Петербурга. Эти ролики доступны только вам, моим дорогим подписчикам, потому что я поставила канал «Англичанка» в строчку своего резюме, и когда я вижу интересную для себя работу, я отсылаю свое резюме. Я не хочу, чтобы работодатель видел мои какие-то бытовые ролики, я хочу, чтобы он видел работу меня как видеооператора, видеомонтажера и так далее, или там промоутера. Такие вакансии бывают периодически, и вот работодатель, если зайдет на канал «Англичанка» и увидит, как я хожу, там, клею обои или вешаю рулонные шторы, ну, как бы не совсем то, что надо показывать работодателю. Поэтому в открытом доступе на канале я буду продолжать показывать только ролики под нумерацией. Все ролики «Live», а также стрим, но стрим он будет, конечно, в открытом доступе изначально, но потом я буду убирать его в доступ по ссылке. Все ссылки, все эти видеоролики, если вам, допустим, вы вспомнили что-то, вы видели в одном из моих роликов, будут ВКонтакте. Ссылочку я прикреплю под этим видео на мою группу. Подписываться туда не обязательно, просто заходите, и там абсолютно все ролики, там много будет фотографий, я только начинаю развивать группу ВКонтакте, там не так много человек, но подписываться я не заставляю, так скажем, здесь хватит вашей подписки. Если будет возможность, дайте мне знать, появляются ли у вас новые ролики, или сделаем так, давайте сделаем так. Новый бытовой ролик будет висеть в течение 3 суток, потом я его буду убирать в ссылочку, прикреплять уже ВКонтакте, чтобы у вас появлялось оповещение, что вышел новый ролик, и чтобы вы знали и успели посмотреть. С другой стороны, многие люди не любят бытовые всякие ролики, а вот такие вот информационные, которые идут под нумерацией, как раз таки им и нужны. Поэтому они могут даже не подписываться. Но я не знаю, как хотите, смотрите сами, думайте сами. Если вам интересна бытовуха, подписывайтесь. Если нет, то я ни на чем не настаиваю. Видеоальбом моей жизни, мои мемуары, я пишу здесь. Как будут развиваться события дальше, поживем, посмотрим. До новых встреч!